НАТО де-факто уже влезло в этот конфликт. Но это никоим образом не влияет на наши все целеполагания. То есть операция продолжается, и она будет доведена до конца. Насколько нам из-за этого тяжелее? Существенно тяжелее. Это требует, наверное, нашей такой внутренней, экономической и иной мобилизации. Одно дело – это киевский режим, а другое дело – это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию.